Парам-пам-пам. А, сей. Всем, собственно, привет. Чуть колен не перевернул. Это Дава Дыма. И сегодня у нас есть вот такая вот посылочка. Доставили ее буквально только что. И если я не ошибаюсь, то это та самая коллаборация Фрегата и Дали. Бестабачной смеси, да, на основе чая. Многие видели лишь картинку. Это где логотип Дали X Фрегат. Как это все исполнено, к сожалению, я не знаю, но я надеюсь, что это будет что-то нечто крутое. Поэтому коробочку я еще не открывал. Вот даже написано «Опечатано», блядь, «Опечатано», да? Поэтому давайте, собственно, коробочку вскроем, посмотрим, как это реализовалось. А я, допустим, вот сразу скажу, как я надеюсь, и это было бы круто, если это реально была бы коллаборация. То есть именно реально совместный продукт, а не когда в одну коробочку положили банку Фрегата и пачку Дали. То есть, да, такой как бы, такая коллаборация нахуй не нужна. Это то же самое, что представьте, компания Nike делает коллаборацию с Supreme, и когда ты покупаешь Nike X Supreme кроссовки, тебе просто ложат брелок Supreme в подарок. Ну, такая коллаборация явно никому не нужна будет. Но давайте не будем забывать, что мы находимся в России, и здесь возможно все, блядь. Так, я открываю, собственно, коробочку. Так, здесь мы открыли. Так, что у нас может быть в этой коробочке? Я прям просто реально надеюсь, что это будет очень круто. Я сам не знаю, я сам ни хрена не видел. Так, что у меня немного... А, вот все. Вот здесь порежем. И вот здесь. Так, сразу достал я вот такую вот штучечку. Но, как мы видим, коробочка без брендинга. Да, коробочка без брендинга, то есть имеется в виду коробочка без коллаборационного брендинга. Поэтому они даже на это, походу, не заморочились. И я чувствую, что меня начинают немного наебывать. Так, вот это я вот сюда вот уберу. Вот прям вот чувствую, что вот наебка. Вот я не зря говорю, любая чайная тема, она вот прям пахнет наебкой какой-то. Так, давайте это как-то аккуратно откроем. Так. Ага. Вот, собственно, я нашел. Ага. Вот это уже интересно. Strong Edition. Вот такая вот прикольная пачечка. In a Calab White Фрегат. А сзади ну-ка, блядь. Да, все, я понял. Вот, собственно, в этом и заключается вся коллаборация. Есть вот такая упаковочка, сзади лежит сколько грамм? Акцизная пачечка. 4-4-граммовый фрегат лежит вот здесь. А это сама пачечка, как я понял, Дали. Так, у нас сколько таких пачечек? Раз, два... 3, 4, здесь 5 пачечек, да, давайте посмотрим, какие здесь, собственно, вкусы. Я вот, честное слово, немного расстроен коллаборацией, я думал, это уже будет изначально как-то замешано, и уже будет очень круто, потому что зачем мне отдельно фрегат, если я могу купить также Дали и просто подсыпать фрегата. Было бы круто, если бы они изначально бы внутрь Дали добавили бы фрегата, чтобы это была полноценная смесь. Чтобы так, чтобы нельзя было разделить, да? У нас здесь есть Сиберия, есть Пина Колада, есть Ревенж, есть Sweet Popcorn и Sex on the Beach. Да, Sex on the Beach. Ладно, давайте мы откроем одну пачечку. Я хочу почему-то покурить попкорн. Да, вот такой вот у меня есть попкорн. Так, фрегат 4-граммовый, акцизный. Так, ладно, сейчас откроем, посмотрим, что же у нас... А, вот, перед вами результат нашей творческой мысли, слияние двух рек, союз сильного и утонченного, баланс крепости и вкуса. Перед вами коллаборация двух брендов Дали X Фрегат. Бля, ребят, вы что, серьезно, вы могли такую сделать коллабу нехуевую, прям вот пиздец какую нехуевую. Так, открываем. Исключительная крепость фрегата достигается благодаря бленду табаков Вирджиния, Берли и Кавендиш, который превосходно превращает дымную и насыщенную смесь Дали в тот продукт, который сможет соответствовать любым предпочтениям.
Комбинация фрегат и дали позволяет создать любой уровень крепости, не теряя при этом насыщенности аромата. Полюбившиеся вкусы дали откроются для вас с другой, более глубокой и захватывающей стороны. Дали Икс фрегат. Путешествие в мир новых ощущений. Ну, что могу сказать? Вот, собственно, пачечка Дали. Вот эта штучка сделана прикольно. Да, не спорю. Инструкция. Ну вот, смотрите, да, прикольно, охуенно, да. Откройте упаковку Дали фрегат. Смешайте содержимое из расчета забивки на одну чашку 15-20 грамм Дали и 0,3 грамма фрегата. Дайте смеси настояться 5-7 минут. Забейте готовую смесь в чашку и прогрейте ее на 3-4 углях не более 5 минут. Приятного путешествия. Что, блядь? Нельзя заранее было это смешать. Я знаю, возможно, это какие-то экономические терки в этих, как его... терки акциза, то есть, что нельзя сюда смешивать, потому что это будет, получается, новый продукт, который не подходит под имеющийся акциз и все остальное, не против. Но это глупо. Ребят, на самом деле, давайте сделаем так. Я не знаю, сколько стоит пачка обычного Дали 100 грамм, и не помню, сколько стоит фрегат за баночку. Но давайте просто узнаем как-нибудь, кто-нибудь узнает, сколько стоит пачка вот этой коллаборации и сколько будет отдельно купить пачку Дали и 4 грамма фрегата и сравним, где тут наебалово. Да ну ладно, так уж и быть, я ожидал другого, я думал, это будет все замешано, будет очень круто подано и все остальное. Так, давайте попробуем это все забить и, собственно, посмотрим. Бля, я разочарован, пизда как нахуй, прям пизда как разочарован. Насечки нет, поэтому по классичке зубками, да? Вот такая насечка получается, когда зубками. То есть, грубо говоря, я добавляю в чашку в свою Дали. Да? Так, вот так вот я добавил. И тут вопрос. Блядь, а нахуя? Почему нельзя? Бля, я прям реально прям вот в гневе, нахуй. Да, я прям в гневе, блядь. Я вам просто примерно покажу. Вот это вот тоже выпускал фрегат, это лосьоны. Ну, это полноценная коллаборация, знаете, с чем? Это полноценная коллаборация с Вуду Табаку. То есть, да, это коллаборация с Вуду. Готовый, блядь, сука, закрытый, нахуй, продукт. Вот так встрёс, сделал и кури. Вот это охуенная коллаборация. Вот, Вуду, блядь, а фрегат. Окей, но здесь два разных продукта, да? Ну, не знаю, ладно. Давайте все сделаем по инструкции. Да, здесь такой же Дали не нарезанный, плюс это все еще надо нарезать будет, потому что изначально фрегат, он сырой, то есть фрегат в банках, который продается, он сырой. Его реально нужно нарезать и немного подсушивать с открытой банкой, то есть это реально сейчас получается ебняк. Я буду добавлять в чашку влажный фрегат, который будет мало чего давать, реально, то есть малый, то есть влажный фрегат, он почти нихуя как бы не влияет на курение. Ладно, чуть-чуть еще добавлю. Вот, короче, примерно здесь 0,03 грамма, то есть, ну, грувных весов для груверов у меня нет. Поэтому, собственно, попробуем это сделать вот так, да? Сейчас я это все перемешаю. Ой, ребятки, эх, я так ждал коллаборации мощной совместного продукта именно в плане... В плане реально готового продукта, то есть прям уже добавлено, то есть как Нирвана с Дохой сделали, да? Вот так вот, почему нельзя было так же сделать, да? Я думаю, было бы как-то, ну, более-менее нормально. Так, я думаю, нормально, давайте поставим все на этот наш маклаут.
Угли у меня уже почти готовые. Поэтому, собственно, вот так вот ждем уголечков, да? И сейчас, собственно, все взорвем. А пока такая маленькая, буквально сейчас переключусь, быстро поставлю и вернемся заново. Короче, пока все это греется, давайте мы разыграем эти 4 пачки Дали, которые есть, да, у меня, которые остались. Условия максимально простые. А что вам нужно? Вам нужно сейчас поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, если вы не подписаны, подписаться на мой инстаграм. А ссылочка сейчас будет в описании на тот пост, которым нужно тоже его лайкнуть и отметить в комментариях двух своих друзей. Да, двух друзей отмечаете, и результаты конкурса у нас будут 3 числа. Давайте 3 числа все это разыграем, то есть 3 февраля. Поэтому все очень просто. Да? Подписывайся на мой канал, ставь лайк на видео, на постик в инстаграме. Отмечай под постиком двух своих друзей, и 3 числа мы разыграем Дали X Фрегат, коллаборацию такую прикольную. Ну, я расстроен. Я думаю, хоть может курить это нормально будет, как бы, да? Но я вот немного прям расстроенный, я прям ждал, блядь, такой охуевший коллаборации, потому что они многие говорили, и в итоге... Я не скажу, что Фрегат дерьмо, я не скажу, что Дали прикольный, но Дали это чайная смесь, а я их не очень сильно люблю. Хотя, возможно, в какой-то степени они должны быть, да? Но, увы, как я и говорил, это, блядь, не коллаборация Найка с Супримом, блядь. Ладненько, думаю, можно будет бахать. Вроде 4 угля, чай, блядь, плюс Фрегат. Погнали, попробуем раскуривать. Ну, вроде, собственно, раскурился. А попкорн от Дали я чувствую. Крепость Фрегата я чувствую. Но тут же сразу проблема, которую я и озвучивал, но не до конца. Влажный Фрегат, который только с упаковки, он дико сушит. Он реально сушит. Я сейчас курю, помимо того, что меня сушит сам чай Дали, так меня еще и сушит Фрегат. А по крепости, да, по крепости получилось прикольно, но никто вам не мешает просто в Дали насыпать со своей личной банки Фрегата. Ничто вам не мешает, и никакая коллаборация нахуй здесь не нужна просто. В целом неплохо. Как коллаборация для коллекции, ну, возможно, да, нужна. Но, бля, я не знаю, как бы охота и как бы похвалить ребят, да, это первая такая коллаборация, грубо говоря, громкая на рынке, да. Помимо сатира с Ягерем и сатира вместе с Total Flame, да. Ну, здесь как-то, ну, так. Продуктов в плане курения, да, я впечатлен, прикольно, да, но... Я мог бы также, да, обычно добавить, я не перестану это повторять. Но, короче, не знаю. Было бы прикольнее, вот есть вот такие вот баночки, да? Вот. Почему не сделать коллаборацию Фрегат, а вот здесь сделать, блядь, Дали нахуй. То есть Дали вы отдадите свои аромки, блядь, в эту жишку, и это можно будет все добавлять. Почему нет? Почему не сделать такую? Это прикольно, это интересно. Короче, ладненько, давайте не будем забывать про конкурс. Вот сейчас будет в описании ссылочка на тот пост в инстаграме, в который нужно. Все условия будут еще и под самим постом в инстаграме. Так что это коллаборация Дали X Фрегат, которая меня чуть-чуть не оправдала. Я ожидал какой-то общей банки, общей смеси, чтобы вы понимали, да, общей смеси. Но, пук, мои мечты вот так вот разрушились. То есть, чтобы вы также понимали, о чем я говорю, давайте представим коллаборацию Альфакера с Дарксайдом, да? Когда просто ты покупаешь пачку Дарксайдовскую, где будет написано вот так же, да? Вот примерно вот такая вот пачка Дарксайда будет, а ты ее открываешь такой, а тут внутри лежит 50 грамм
маленький пакетик 50 грамм альфакера и маленький пакетик дарксайда 50 грамм, как в пробнике. И они такие заявляют, это коллаборация, все охуенно, чувак, покупай, давай. Оу, коллаборация. Да, можно купить ради. Чисто, чтобы у тебя была вот такая бумажечка, но не более. Так что всем спасибо, это Дава Дым, это коллаборация Дали плюс Фрегат. Всем, блядь, охуенного мира, блядь.